Eu vă salutăm, prieteni. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toată încrederea care mi-ați oferit-o ieri, data din 1 noiembrie, în alegerile prezidențiale. Cum și-am promis, voi fi doar sluga poporului, voi fi doar sluga la toți cetățenii Republicii Moldova. Eu vă asigur că nu vă voi dezamăgi și voi continua lupta mea, lupta noastră, pentru alegeri parlamentare anticipate. Primul scop, noi trebuie să dizolvăm acest bordel politic, Parlamentul Republicii Moldova. Я хочу поблагодарить всех 227 938 граждан Республики Молдова, которые доверили мне свой голос. Я поклялся вас не подводить, и я вас никогда не предам. Поэтому хочу вас в первую очередь попросить не верить тем сплетням, которые уже начали появляться сегодня в наших СМИ. Значит, такие же фейк-новости, которые пытались разрушить меня в течение всей предвыборной кампании, такими же оперируют, к сожалению, сегодня. Со ссылкой на РИА Новости, где новости никакой не было, значит, зачем-то сайты социалистов начали распространять информацию. Усатый выступил с поддержкой Майсанду. По-другому в интернете они крутят новость на спутником Д. Новость 2016 года, когда призвал тогда голосовать за Дадона во втором туре. Я поклялся, что я буду только слугой своего народа и сотни тысяч граждан, которые меня поддержали, которые доверили мне свой голос, вне зависимости от национальности, вне зависимости от языка, на каком они говорят, это люди, перед которыми у меня сегодня огромная ответственность. Вчера был очень важный день для того, чтобы разрушить очень много мифов, для того, чтобы уничтожить все эти лживые пропагандистские конторы, которые занимались опросами общественного мнения. На самом деле они дезинформировали граждан для того, чтобы принять выгодное кому-то решение. Вы знаете, что я никогда этим не занимался, всегда был всяких троллей, пропаганды, всего того, что было при Плохотнюке, основную часть активов которого, к сожалению, оставил себе Дадон. Еу, амфос марту растас к маймулц поличень, держа дедемня, ценрент, уэншитку декларати, уну дупаалту, вамибунь. Еу врау са воспуну лук фуарти импортант. Четатений, но я мажунс, тот с поличений. Лаини мачетатенилор, лаини мили уаменилор, прин фаптул к ей аукрезутен чева. Чинева аукрезутен в Нире, чинева аукрезут на Карачуасе, алций аукрезутен по курсу европян. Йома мандрес де фаптул кам реушится унеск уамен абсолу дифериц. Йома мандрес де фаптул к ам реушит софил приму поличан ин история Республики Молдова, care într-adevăr face ceva pentru oameni și nu-i divizează așa cum au făcut-o și o fac ceilalți. Eu vreau să vă mulțumesc la tot cei care m-ați susținut și chiar vreau să vă dau și unele cifre. Dar ca să-mi finisez gândul, eu nu cred că astăzi cineva trebuie să-i dirigeze cu oamenii care la inimile căror noi am ajuns, cu oamenii au mers după noi pentru unele fapte. Pentru alții am mers doar pentru promisiuni. Vă знаете, очень много сюрпризов было вчера. Об этом я сейчас скажу по порядку. Значит, первое. Я хочу поблагодарить жителей родного города Бельцы, мэром которого я являюсь. Бельчане в очередной раз доказали, что они верят фактам
и верят реально сделанным делам. Поэтому в очередной раз я там набрал большинство голосов. Вчера я был поражен голосами диаспоры. Чтобы вы знали, что вот у меня сводка по всем избирательным участкам в России. Значит, в России, несмотря на то, что Дадон кричит о том, что он там самый пророссийский, несмотря на официальную поддержку Москвы, значит, 17 избирательных участков Российской Федерации, несмотря на пропаганду Дадона, что усатый с унионистами объединился, чтобы не было участков в России, всякую другую ложь, грязь и пропаганду, я победил в Российской Федерации, и суммарно на всех участках я набрал больше Дадона. Даже там, где были подвозы в Курске и некоторых других населенных пунктах, значит, Дадон где выиграл, ну потому что туда привезли людей. Но где не было подвоза, например, Москва, там участок номер 323, значит, 487 усатый, 430 Дадон, значит, Одинцово, 371 усатый, 107 Дадон. То есть суммарно взять на всех избирательных участках в России я победил. Огромное спасибо нашей диаспоре, всем тем, кто находится в России. Я хочу также поблагодарить всех тех, кто находится в Европе, США, странах Евросоюза. И я хотел отметить одну очень важную деталь. Вчера я занял первое место в Израиле, где... Так, где у нас цифры? Тут очень много бумаг. Значит... Так, а вот он, Израиль. Значит, в Израиле значит, я взял первое место, значит, 1360 голосов Ринат Усатый, 800 Майя Санду и 96 Дадон. Я хочу поблагодарить всех, и я понимаю, что идею молдавского Масада нужно реализовывать. Огромное всем спасибо. Я убрал свой муцумеспи тот, чей каримау сусценут день диаспоры, девариче пшин диаспора нуе, сын пило кулдой, унику доуш чинш ласоту, унику обшпи, унику чиншпи, дар есть импортант, кончепынку вечини ноштри Румыния, Германия, Франция, Португалия, Мария Британия, статель унитель Америчей, Полония, Италия, Мнумитович, Суедия, Норвегия, Пеститутсен и Локудой. Йова Мусмеск, Стимас Приедень, Шевапрумитун Лукру, Фарти Импортант. Вода сама к Пентру мини афос прима экспириенс инвиация канавем обсерватори ла секси ли дивот ан статили УЕ, ан статили унитель Америчей, Израил, Канада. В розвам уцмес клатос дин суфлет, деварече висул мел дин дум миш пашпе, саштецка сам пленит. Предземпл, мая санду, вот дуар сусенеря диаспоре дин УЕ штатили унитель. Игорь Дудонов, вот в ценном федерате Руса, околу дупаком вам спослан пенит. Дарчел мой пенибе лукру есть алтусть мас претен. К Дудон асташ сапермис, с трагу офенсы диаспори, кум поцы спермис, кем ту аймин сытым дом мешаясь, произошли, споняя, к вайфи пришедентля тут урор, шастас ту еши деклар, к чей день диаспоры вот тяза, ну, аша кум чей день Республика Молдова. Дичи, тот аунчеркац фолосаска диаспора, тот аунчеркац минты диаспора, со фолосаска дуара на лежер, кау вотор. Шпылна урма, кана апаряу проблемы реалы, уамень яра уйтас. Спынецем ворог. Уаримери таса чей день диаспора, кари тримит 500 миллиард ди европян, Республика Молдова, жди ну е, в Чекаре, в Муческом Федерации Русы, Диашаву Атитодине.
как кыни я сласат пивами, смерга купием, спати, куденцели, куденцели супцувары, стряка пижос фронтьера, ваища китау полицы, шакума, так ну ла вот от пидудуна яр диаспора эмирас, ё консидерастас кадудон уфукуту грешала, фаталы. Фикари вам диаспоры требовала вам интернет, пад, окрутит, сэй мулцумешка нум блоку баут прин... Принца дар мержи штремить умбанш сентрицини фамилия, ворбешти шаруты купи прин скайп, шаста съел врез кыштиджи алежерли презентяли. Дуамне ферешти. И вастас куман спус. Да, ери о примит прима ловитур. Ери кулё контрадифер о фост ловит. У фост боцит, дар есть невой для мучи фарти мулт. Юштюк, питос, фиекари дин вой ва интересяза кум ва фи на континуаре. Дич кум ва прочедаре на тулсатый, ка я ка треса яса, вони спун ка руши ма пресаза, ша са ес пентру додон, алца спун кусатый, ту треба съеш пентру мая санду, ка с ним демонстрезну ел, ам фосу сыну дедоус, песте доусу тедими дичататень, шаму облигати фаце деду мне де ей, шаму облигати фаце де тот, че тетень де Республика Молдова сфиу корек. Да раз ты сбрелся в спун, к ми и пимини мадуариш ма интересяза, кум ва фи солуционат проблема диаспори. Че фачем мы приму рынку олежели парламентарии античипать? Ной, еу чел пацан, ферм, я ну трекут, кан тэс пынил кусата аридоу ласут, кан ману персен цары, тэс ма багау бамбу знари лаплахатнюк, ба мы на Москве, сочелишти ма багала румын, жду патет хаус эста. Ел, ам демонстрат, че пот ел, факан трябам бълз. Астаз ел не фиинт ан туру дой, есть дуамна моя сандуш додон, астаз, пе мене ма интересяза позиция кум по фи дизолват парламенту. Я ну врау саут дискутия, че ча спус домна моя санду, кдак ва фио кандидатура буна, дим партия мажоритеца, мажоритете и кари. Шуарс, ва ча лешт, педе, кари с ей, хайди с ну фачем. Акума, йо кредка декларации, прям мулки. Я вам дискутат, кудам на моя санду ла телефон астаз. Но им комбинит к мыне вом авиа в антревидере. Жду по часто антревидере. Он шиш вон да декларации. Деварищи фикари дискуссии. Трес фи публика. Ну и ну трес фащем аша, кум фаща плохотник пятим. Пыркан пяскун с пифилатал бага пи уши. Пялца искутил пялта уши. Ну, ел деварищи думнее ма контактат. Ам ворбит аса зла телефон. Ши мыне не амацелеса дискутам. К елам антребырь. Eu am făcut promisiuni la oameni, promisiuni care cetățenii așteaptă să fie îndeplinite. Și când sunt lucruri lucruri elementare care își mă duc cap cum să le facem. Dar problema de bază, alegeri parlamentare anticipate. Să dizolvăm acest bordel politic, acest, nu-i mai spun eu mai urât, deoarece parlamentul este nereprezentativ. Și eu sper mâine când voi discuta cu doamna Maia Sandu. Eu sunt sigur că când vom face un apel la toți cetățenii din Republica Moldova, cum am spus eu, conform articolului 2 din Constituție, au venit toată țara în piața Marea Adunării Naționale și primul decret prezidențial a dizolvat acest bordel politic. Dar declarații gen că nu cu încălcarea Constituției, aha, deci noi că acum am participat și am fost unicul și sunt unicul politician care va recunoaște că am participat și particip într-o campanie prezidențială ilegală, noi suntem ca și cum pentru a obține un beneficiu ca politicieni, noi participăm în alegeri. Dar când se îndeplinim voința poporului, pe noi de-am ne deja ne încurcă buchea legii. Stăiați, ребят, так дальше не пойдет. Поэтому завтра я встречусь с Майя Санду, переговорю с ней, посмотрю по этим пунктам, потом я выйду к представителям СМИ, выйду в первую очередь ко всем вам, я вам буду докладывать обо всех шагах. Но я являюсь мэром города Бельце,
Я понимаю, что сегодня мы уже партия не регионального значения, как нас называли, а национального, потому что это первые выборы, в которых мы могли участвовать и показать реальный результат. Значит, мы должны нести ответственность, потому что сегодня за нас голосуют русскоязычные, молдаване, украинцы, румыны, болгары. Я должен сделать все для того, чтобы я мог идти по улицам, смотреть каждому из вас в глаза, и меня никто не будет упрекать, усатый, почему так или почему не по-другому. Так как получилось в 2016 году, когда поддержал Дадона, после этого, помимо того, что крыли его, там, его с утра, с ног до головы, начали в мой адрес, как бы, потому что это тогда наши голоса были решающими. Значит, поэтому, ребят, значит, завтра вас проинформирую, как пройдет день. Значит, я взял на несколько дней отпуск за свой счет, нахожусь в Кишиневе. Очень много иностранных журналистов хотят поговорить. Но я хочу, чтобы вы знали главного. Я остаюсь вашим слугой народа. Я добьюсь этих парламентских выборов. Я знаю, что если будут какие-то шуры-муры, то мы вместе с вами выйдем всей страной. И мы в состоянии тормознуть абсолютно любой беспредел против граждан страны, против демократии. Я хочу вам сказать, что по стране открыто 15 офисов нашей партии. Я открою офисы во всех районах страны. Мы продолжаем программу «Кадровый резерв». Мы, кстати, выиграли в двух населенных пунктах, вернее, не выиграли, но мы там лидируем, значит, в селе Карлатюяно возле Бельц, еще в одном селе в Фалежском районе. Значит, ребят, я вижу тренд, я вижу ваше доверие, огромное вам спасибо. Я хочу, чтобы вы знали, что кадровый резерв, про который я говорил, президентские выборы, туда продолжают многие писать на сайте rub2020.md, вы туда пишите. Я буду с вами встречаться, я буду, как примар Бельц, выполнять все те проекты и продолжать их реализацию, которые начались в Бельцах. Но я продолжаю и развитие партии по стране, продолжаю знакомиться с замечательными людьми, познакомиться с огромным количеством замечательных людей в президентскую кампанию. В президентскую кампанию. И я понимаю, что у нас будет супер команда номер один в стране на досрочных парламентских выборах, которые будут из-за того, что и хотят большинство граждан страны, а не потому, что этого хочет усатый. А то, что хочет большинство граждан страны, для меня как бы приоритет номер один. Еще раз хочу поблагодарить всех. Хочу поблагодарить за первое место Бельцы, Дрокию, Фалешты, Сенчерей. В Гладянах выступили на несколько сотен голосов. Спасибо всем. Бричанам, Окнице, Враусу Молцемес, Кахул, Кантемир, Унгень, Криулень, Хэнчешть, Дечен Мажоритати, Локалитес, Лурну, Амавут, Офичи, Амавут, результату песни Зечела Суты. Спасибо Гагаузии. Я буду продолжать работы, буду продолжать поездки по стране. И мы с вами, я уверен, что построим новую страну. Да, у меня не было возможности, к сожалению, познакомиться со всеми, со жителями всех сел в стране. Я даже не попал в некоторые города, потому что кампания была всего лишь 27 дней. Но я буду продолжать поездки по стране. Мы будем продолжать знакомиться, решать проблемы, искать пути решения. И я буду вашим персональным слугой, так как я вам и обещал. Поэтому мы с вами на связи. Значит, Висул Ностро Дебазыка, Молдова Сфии Курата, Шкума Менционатка, Доу Сути Доу За Шапти Деми, Ноу Сути Три За Шоп Девотурь, Мавотат Ну Пентру Оки Фрумош, Дар Пентру У Молдова Курата, У Молдова Фаракуляча, Йосент Ал Доу Сути Доу За Шапти, Ноу Сути Три За Шноуля, Каревря, Качес Вис Садивина Реалитати. Шиеу Сангата Садискут Кутоци, Каре Астас Сангата сажутила реализаря очестуй виз. Шис швака предиспунеря, дака ну, кэтэм ну и алт солути. Еу сэнд амприона кучета тенишку попору Републича Молдова. Вакупрен питоц, вадореску сяра кэт май фрумаса, май дискут ку колледжио, враусы дискут кучей дин диаспора, дин федерация руса, кучей дин диаспора дин уе. Дин стать ли уните.
Vreau să vorbesc cu colegii primari, că deja sub vă spun că s-au pornit valuri, că давай так, давай не так и так далее. Послушайте, люди не овцы, мне нельзя манипулировать, я как раз хочу это прекратить, эту дурацкую практику в стране. Вот, я уверен, что я это сделаю. Discutăm mâine și vedem. Fără a mă consulta cu dumneavoastră, eu nu voi face nimic ce îi ține de interesul național a Republicii Moldova. Și așa trebuie să o fac fiecare politician. Așa cum am făcut-o și o fac cu locuitorii municipiului Bălți. Unii oameni au văzut și rezultate, de asta mă uitează în primul tur. Când o să vadă fiecare sat și oraș din țară, cum lucrează USAT, așa cum au văzut-o bălțenii. Vă asigur eu că și în toată țara o să câștigăm din primul tur, așa cum s-a întâmplat în Bălți și în alte localități. Vă iubesc, mulțumesc echipei, colegilor, la toți care au votat, care s-au implicat. Nu stați cu dispoziții proaste pentru că nu aveți de ce. Ați văzut cei care erau mari și tari, că unul Nișrulu de la Jiguli nu a meritat, alții în general nu înțeleg pentru ce au participat. Dar asta e situația. Noi suntem o forță sănătoasă, puternică și noi vom rupe. Și din numirea site-ului meu, RUP2020, va rămâne pentru toată viața. Всем огромное спасибо. Нас ждет огромная победа. Завтра вас поинформирую после всех встреч, которые у меня будут. А с Майей Григорьевной интересно завтра увидеться, переговорить, потому что ни разу так не садились, не разговаривали. Я вас обнимаю. Всем хорошего вечера. Пока. Социалисты, перестаньте, ребята, вот эти фейк-ньюс и так далее. Есть вопрос, как бы, пишите. Все, может быть, вы поумнели хоть после этого? А то вы там назаявляли вчера, с первого тура там вы вчера побеждали. Да? Я думаю, что и второй может быть похоронка. Все, ребята, обнял, пока. Хорошего вечера.